У дознавателя из Комсомольска Оксаны Манукян очень тяжелая работа – расследовать уголовные дела по алиментам. И очень творческое хобби – создавать игрушки амигуруми. Удивительно, но два этих дела ее жизни связаны. Кабинет Оксаны очень уютный, но увесистые папки с уголовными делами смотрят красивые вязаные куколки. Таким образом, пристав располагает к себе заявителей, с каждым общается по-доброму, а всех алиментщиков района знает в лицо. У нас на исполнении находится 110 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Половина из них почти что у нас привлечена к административной ответственности по 5.35. И за прошедший период 2017 года у нас возбуждено 25 уголовных дел по факту неуплаты алиментов по части 1 статьи 157. В службе приставов Оксана работает 8 лет. Ее будни – это работа с документами, рейды с должниками, бесконечные разговоры о том, что горе мамам и папам нужно материально содержать своих же деток. Сложность работы в том, что приходится общаться со социальными личностями в основном. Поскольку специфика этой должности, служба судебных приставов расследует преступления по 157 статье Уголовного кодекса. Это злостное уклонение от уплаты алиментов. Люди, уклоняющиеся от уплаты алиментов, в основном личности социальные, вот, скажем так. Отвлечься от этих унылых будней помогает любимое хобби. Когда дети уснут, а муж заступит на работу, он полицейский, Оксана принимается вязать. Специально нигде не училась, увидела мастер-класс в интернете и теперь не может остановиться. Вяжет не на продажу, а в подарок детям алименщиков. Они же дети. Их жалко каждого по-своему. В основном была у нас, например, семья многодетная, цыгане. Не знаю, без слез от них мы не выходили никогда. Конечно, хочется для них сделать что-то подарить. Помогает Оксана и родителям, которые не могут купить своим детям красивые игрушки. Перед Новым годом работы у женщины будет много. Ей предстоит подарить сказку и исполнить мечты многих детишек Комсомольска. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Комсомольск.